Заказ такси, любой, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Я хотел бы вас спросить, какие вы услуги предоставляете? Услуги такси. Услуги такси. А можно мне такси, пожалуйста? Наличный расчет будет? Да. Телефон ваш? Не, телефон мой записывайте. Говорите. Плюс 7. Угу. 485. 485? Да. Или 495? Нет, 485. Дальше. 72. Угу. 24. Угу. 381. Это что за номер вообще? Это мой номер. В общем, мне, короче, нужно для девушки, чтобы послать ее нахуй. Вот. Все понятно. Да. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. С кем я разговариваю? Вы разговариваете с Дмитрием. Меня зовут Дмитрий Владиславович. Представьтесь, пожалуйста. И что вас заинтересовало? С этого номера, в общем, звонили недавно мне и предлагали скачать какую-то программу на iOS. И, в общем, сказали, я скачал, и у меня сняли все деньги, и заблокировалась карточка моя. В общем... Нет, я точно не... Я знаю, что не ошибся, мужской голос был. Кто у вас? Нет никаких у меня программ, ничего... Программу на iOS вы говорили. Ну, мужчина говорил. А у меня Android. Android. iOS меня вы просили, чтоб я скачал. Муж ваш или кто? Может, брат, сын, я не знаю. Короче, и потом у меня заблокировалось, и на весь экран вылез баннер, там, типа, порнуха всякая, блядь. С фотографией, говорит, я ебал твою мать. Вот, и кто там у вас есть рядом из мужчин? Я хотел бы поговорить. Ну, в данный момент нет никого. Нет никого. А кто есть? Вообще? Да, вы просто... Знаете, я сейчас буду подавать заявление в милицию, то есть и на этот номер присылать. Этот номер им давать, чтобы они разбирались с вами, так как это нарушение прав человека, в общем. И по закону, то есть, это порча имущества. Вы понимаете, что это светит? Я брату скажу, может, он что-то натворил. Ага, брата, смотрите. Просто, мне желательно, чтобы вы перезвонили на этот номер, потому что если... Я сегодня не услышу ответа. Мне желательно, я хочу с ним поговорить очень серьезно. Если это... То есть он не перезвонит, тогда я уже буду разговаривать с милицией. И вы будете тоже разговаривать с милицией. Да, хорошо. Смотри. До свидания. До свидания. Сыкашабон.